Рахмет, Динара. Армыстар, құрметті әріптестер мен көрермен, ағымдағы су тасқыны жағдайы туралы республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Уважаемые коллеги и телезрители, республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире о текущей ситуации по паводкам в стране. Құрметті спикерлерімізбен таныстырып өтсем, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайларды жою департаментінің бастығы Оразалин Қахарман Нұртасұлы. Сонымен қатар бізде тікелей эфирде зум арқылы байланыста үш спикеріміз бар. Олар Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығының міндетін атқарушы Шариев Руслан Исмагилұлы. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының міндетін атқарушы Қасыбаев Руслан Әмірзадаұлы, және де Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығының орынбасары Садуов Асылбек Теміртасұлы. Қахарман Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. К этому часу в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Североказахстанской областях подтопленными остаются 3391 частных жилых домов, 1059 дачных домов, здания различного предназначения 79. На данный момент силами, общими силами спасено и эвакуировано 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями и 15 283 детей. В пунктах временного размещения находится 13 328 человек, из них 6742 детей. Данные лица все обеспечены всем первым необходимым в жизнедеятельности, работают психологи, оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, на безопасное расстояние отогнаны сельскохозяйственные животные в количестве 10 068 голов. Необходимо отметить, что благодаря мастерству наших пилотов, это МЧС, Министерство обороны, Национальной гвардии, были спасены 2607 человек, из них 760 детей. За сутки было спасено 243 человека. Спасательная операция проходила очень в сложных условиях. Буквально людей необходимо было эвакуировать с крыш домов. Использовалась специальная техника, лебедки и... Благодаря чему пока на сегодняшний день уже спасены 760 детей. Доставлено гуманитарного груза более 96 тонн. Силами МЧС, а также всех взаимодействующих органов идет большая работа по откачке талой воды. На сегодняшний день откачано 7 300 000 кубометров талой воды. Проведена укладка более 921 тысячи мешкотар и 970 тысяч тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах прямо сейчас задействовано 8779 человек, 1756 единиц техники, 415 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств. Воздушные суда, 12 воздушных судов МЧС, Национальной гвардии, Министерства обороны находятся в боевом дежурстве. В 10 регионах страны акиматами объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба. На телефон горячей линии поступило 973 звонка. Функционируют в круглосуточном режиме оперативные штабы во всех регионах. На контроле находятся у нас Актюбинская область, Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Североказахстанская и Атырауская области. Кроме того, за последние сутки была осуществлена переброска группировки сил и средств МЧС и Министерства обороны в Мангуставской области, в город Кульсары. Все силы и средства сосредоточены на предотвращении и ликвидацию последствий паводков. При ухудшении ситуации будут приняты дополнительные меры. Пользуясь случаем, хотел бы рекомендовать населению о необходимости прислушиваться к рекомендациям спасателей. Систем оповещения. Если вы оказались в трудной ситуации, необходимо позвонить по телефону 112, доверять только официальным данным и официальных представителей госорганов. Спасибо. Рахмет. Келесі сөз кезегі Асылбек Теміртасұлы өзіңізде. Асылбек Мырза, сіз келе эфирде, сізді тыңдап тұрмыз.
Саламастама. Жалпы Костанай облысы бойынша айтатын болсақ, бізде енді 25-ші наурыздан бастап осы тілсіз жаумен арпалысы әлі күнге дейін жалғасуда. Оңтүстік төңірегінде жалпы сол жақта ең қауіпті оңтүстік төңірегінде Арқалық, Амангелді, Жангелді аудандарында болды. Ал бүгінгі күнімізге айтатын болсақ, нақты Костанай қаласы бойынша төтенше жағдай жарияланды. Себебі Тобыл өзені маңайындағы қоймаларға байланысты Ресей жағынан және де өзіміздің маңайындағы қоймаларға өзенді суының көптігіне байланысты Тобыл өзені көтерілді. Сондықтан біздің бұл жерде қызметте әлі күнге дейін адамдарды құтқару және де маңайындағы Тобыл өзеніндегі жеке халықтың тұратын үйлерден сол жерде эвакуациялық жұмыстар әлі күнге дейін жалғасуда. Бүгінгі күнімізге айтатын болсақ, 4000-нан астам адам құтқарылды. Жалпы жеке құрам және де волонтер, өзіміздің полиция департаменті, сырттан келген Қызылорда, Қарағанды әскери қызметкерлерін жалпы саны айтатын болсақ, 2000-нан астам адам қызмет жасалуда. 372 техника қызметті жасалуда және де бүгінгі Қостанай облысы бойынша және Қостанай қаласы бойынша жалпы жағдай тұрақты күрделі деп айтуға болады. Бүгінгі күнімізге осы Қостанай облысы бойынша республикалық штаб жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күнімізге және де біздің төтенше жағдай министрі Алинов Чингис Мырза осы Қостанай қаласында осы жалпы төтенше жағдайды өзі қадағалап, осы жерде осының бәрін басқарып отыр. Жалпы халық айтарымыз, кез келген маңайындағы суға қауіпті болып тұрған үйлерді және де халықты қандай бір кез келген басына түскен ауыртпалықты 112 телефонына хабарлассаңыздар және де бізге колл-центр телефонына номерлеріне хабарлассаңыз, жалпы штабтардың номерлерін жариялы түрде барлық аудандарға жариялы түрде жеткіздік. Сондықтан айтарымыз, халықты сабырлыққа шақырамыз. Жалпы біздің мақсатымыз бүгінгі күнімізге кез келген әрбір адамның өмірі маңызды. Біздің мемлекет басшымыздың тапсырмасы және министріміздің тапсырмасы бойынша кез келген адам осы салада осы адамдарды құтқару жұмысты арғатай жалғасуда. Рахмет. Атырау облысынан Руслан Исмагилұлы да бізбен бірге зум арқылы тікелей байланыста бар. Руслан Мырза, Атырау облысындағы жағдаймен бөліссеңіз. Добрый вечер всем. На территории Атырау облысы соны павлодарсоны с 1 апреля происходило на сегодняшний момент двух районов области. Непосредственно остановились 1 числа в связи с падением индивидуального воды в реке Урал. Поступила угроза потопления населенных пунктов Кызылковинского района. Всеми силами проведения превентивных мероприятий, а также оказания всяческой поддержки местными жителями был безопасный пропуск по 8 населенным пунктам реки Урал. На сегодняшний момент Кызылковинский район снята полностью угроза данных районов. Вместе с тем имеются места порчи инфраструктуры, а это перелив через дорожное полотно, разрушение моста. В связи с чем 2 апреля акимом Кызылковинского района было объявлено чрезвычайная ситуация. 6 апреля ситуация усложнилась в жилом районе, а непосредственно в городе Куксара. В связи с поднятием уровня воды в реке Джем с притоком города Куксара произошло частичное потопление города Куксара. Как все знают, средства массовой информации основная акцентируется внимание сейчас на проведение аварийно-спасательных работ в городе Куксара. В этих целях задействовано 5686 человек личного состава, 206 единиц техники. Остальные задействованы непосредственно местные исполнительные органы,
департамент по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Республики Казахстан, Национальная гвардия Республики Казахстан, а также переброска группировок сил и средств с Актюбинской, Мангистауской, Алматинской области. Также за ответственные волонтеры и непосредственно с местными жителями организованные бригады, которые проводят по участкам. С города Кусара на сегодняшний момент произведена эвакуация в трех направлениях с привлечением железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, автобусов в трех направлениях. Первое – это по железнодорожному транспорту непосредственно в город Атырау. Второе – это непосредственно в Тенгиз, Тенгиз-Шевройл. И третье направление – это в Мангистаускую область, Хилабилаем. На сегодняшний момент эвакуировано 26109 человек, среди них 5804 детей. В городе Кусара развернуты временные пункты размещения, 14 штук, где медиками, психологами оказывается всяческая помощь жителям города Кусара. Департамент по чрезвычайной ситуации развернут на горячей линии, оказывает помощь непосредственно всем благодарны источники телефона горячей линии. На сегодняшний момент все жители получают необходимую информацию, своевременно реагируются на все случаи, проводятся непосредственно во время спасательных работ. Вместе с тем мобилизованы все силы и средства республики, позволяют проводить авансы. На сегодняшний момент имеется уже отток, а непосредственно уже спад воды в городе, на сегодняшний момент 5 сантиметров уже спала вода. Вместе с тем хотел бы акцентировать внимание всех жителей республики, а именно Атырауской области, верить официальным источникам, которые передают, не поддаваться паникам, и все то, что необходимо превентивные мероприятия, будет задействовано и доводиться. При эвакуационных мероприятиях в городе Кусара была задействована система оповещения 4 раза с доведением информации, необходимой для населения. Вкратце об установке в Атырауской области. Келесі сөзгіздегі Руслан Әмірзадаулы өзіңізде. Кеш жарық. Кеш жарық орталық коммуникациялар қызметі, көрермендер, әріптестер. Оперативная обстановка на территории Западно-Казахстанской области с начала паводкового периода по состоянию на 00 часов 7 апреля 2024 года. На территории Западно-Казахстанской области подтопленными остаются на сегодняшний день 581 жилой дом и их придворовые территории. Подтоплено отдельно 245 придворовых территорий, 427 дачных домов. Произошло переливы на 70 участке автодорог, а также 60 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются у нас 10 населенных пунктов, 8 расположены у нас в Каратубинском районе и по одному Теректинский и Чингерлауский районы. Объявлено 6 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Эвакуировано у нас 6896 человек, из них 3580 детей. В пунктах временного размещения остаются 1333 человека, из них 536 детей. На сегодняшний день дополнительно мы подготовили 161 пункт временного размещения вместимостью более 8600 человек. С начала паводкового периода паводка у нас развернута работа областного оперативного штаба по ликвидации паводка с привлечением областных служб гражданской защиты. Аналогичные штабы мы также создали в областном центре города Уральск и районах области. На контроль сегодня у нас взят город Уральск в связи с подъемом уровня воды на реке Урал, Чаган и Деркул.
сохраняется угроза подтопления дачных и жилых домов, расположенных в низменных участках и поймах. Проводится укладка мешкотары, информирование населения о возможной эвакуации. Производили сегодня перехват через каждые 2 часа. А также проводим примитивные мероприятия, это берегоукрепление на 5 участках с привлечением инженерной техники местного исполнительного органа. Вместе с тем угроза в областном центре у нас высока, и она сохраняется. Имеется угроза у нас также в Бурлинском районе, это у нас 28 марта текущего года, в населенных пунктах Ахсу, Кентубек, Аралтап, Пугачева произошли подтопления 84 жилых домов в связи с подъемом уровня воды в реке Илек и Урал. Угроза подтопления населенных пунктов также по руслу данных рек Успенуха, Карачаганак, Димитрова, Жанаталап сохраняется. За истекшие сутки из поселка Димитрова и Карачаганак нами было эвакуировано 25 человек, из них один ребенок, остальные жители самоэвакуировались, разъехались по родственникам. Угроза в данном районе также сохраняется. Водохозяйственная обстановка у нас на 6 число этого года в рамках взаимодействия между департаментом Западно-Казахстанской области и Министерство по чрезвычайным ситуациям 5 приграничных регионов Российской Федерации проводится обмен оперативной информацией и состояние трансграничных рек. По информации российской стороны, на 6 апреля 2024 года приток Ириклинского водохранилища снизился и составил 2020 метров кубических в секунду. Сброс составил 2170 метров в секунду. То есть здесь идет как бы средний уровень наполнения данного гидротехнического сооружения составляет 92%. Вместе с тем, через каждые 2 часа с коллегами с Российской Федерации у нас идет обмен информацией. По прогнозу на 7 апреля 2024 года по Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, центре области, днем на севере, а также центральной части области у нас ожидаем дождь, ночью и утром на западе, севере, юге области, туман, ветер северо-западный с переходом на восточный. Днем на западе, юге области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 тепла. По городу Уральск у нас облачно, дождь. Ночью и утром туман, ветер северо-западный с переходом на восточный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла. Также хотел бы я остановиться на внимании наших жителей областного центра, не поддаваться панике, слушать и прислушиваться официальным представителям Министерства по чрезвычайной ситуации. Система оповещения в городе у нас работает, система перехвата работает. Поэтому при изменении любой обстановки дополнительно будут доводиться. Спасибо за внимание. Спасибо, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.